Сегодня мы начинаем финал первенства Гайского городского округа по шахматам среди мужчин. Вот, соревнования продлятся больше месяца, 9 туров у нас предусмотрены. Игровые дни по субботам, по воскресеньям. В общем, что очень удобно для работающих, для учащихся, которые могут в свободный день прийти отыграть свои партии. Вот, в турнире заявили сильнейшие шахматисты города Гая. В основном все городские у нас. Сильнейшие наши школьники, наши воспитанники, ветераны шахмат участвуют, трудящиеся предприятия города Гая.